Авиакомпания Turkish Airlines подключила украинцев к своей услуге «Бесплатный ночлег». Путешественники смогут переночевать в гостинице и посетить достопримечательности города, где они совершили транзитную остановку, сообщают в компании. Опция доступна с 1 июля. Время остановки в Стамбуле должно составлять не менее 20 часов. Пассажирам будет выдаваться специальный ваучер для поселения в гостинице. Чтобы воспользоваться услугой, туристу необходимо купить билеты в оба конца с пересадкой в Стамбуле.